всем нравится. А мы живем, ну, как бы, кому мы нравится, то мы ничего, нам ничего не надо объяснить про себя. А кому не нравится мы, то тем более объяснить им дальше обидно. И плохо тогда. Спасибо. А я еще видео сниму про то, как перебирают. Вот. А пирожок вы когда будете печь следующий? Завтра или? Ну, как получается, если завтра заканчивается, то мы, скорее всего, делаем. Ага. Спасибо. Вот, так что, кто сомневается, что говорит, что пирожок из Бикси берет, может это завтра прийти, или завтра, или когда испечешь, завтра. Я напишу в группе, пусть приходят. Ну, завтра последний день, а потом... Ну, может быть, послезавтра, да, потом, да, может, поня... А, ну да, там же выходной, не будешь же на выходной печь. Ну, в понедельник пусть приходят, пробуют горячие, кому надо, правильно? Угу. Все, спасибо.